Друзья, всем привет, всем я очень рад. У нас декабрьская весна, на улице минус 2. И такая погода продержится до понедельника. Всегда бы так было. Европейская зима. На Хабаровск пошел. Комсомольск, Хабаровск. 304-й бизнес. Не погода, а сказка просто. Попросили поснимать. Люди, что есть, да? Люди скучают по Комсомольску. Кого? Рыбку. Рыбку? Ну, конечно. Вот.
рыбы, то сколько сыра. Клен, представляешь? Здрасте. А у вас и про ту же попеть, да? А? Про ту же попеть. Рыбы завалились. Она другая у них фамилия сейчас поменялась. А, нет, она просто оставила. А что, говоришь, что ли, взять? Это еще документы, да? Ага. Бегать по документам. А черный вещь почем у вас? Это обычный. Это обычный, да. Разве? А почем он? 8 рублей. Что? А что самое свежее? Да, всего-то почти одного улова. Сыра, да? Угу. Да, тоже. Какого? Побольше, меньше? Вот этого? Вот этого, наверное. Я их обожаю, жареные, они такого вкусные. Да, вот именно черные вот эти. Ну, Галина говорит, не черный, это же черный меч. Нет, это не черный, черный другое. А какой он другой? Он широкий. Шире, да? Да, и он шея немножко чернее, ну, по ним видно сразу. Ну ладно, пусть один будет. Один, так, да. То на улице тепло, я на балкон не смогу его выкинуть. 60 рублей. Что такое у нас, Анатолий? Что? Короче, рыбы завалились, сами видели, да? Я взял одного черного леща. Но говорят, не черный, но я считаю, это черный лещ. Ну, они чуть-чуть отличаются. Потому что тепло, на балкон не выкинешь. Много не стал брать. Видите, капель. Декабрьская весна. Так будет называться этот ролик. Лещ получился на 60 рублей. Хочу насладиться этой весной. Магазины Амба как привидения везде. Такие аппараты стали ставить, но что-то я ими никогда не пользовался. Ну так, выглядит красиво. Гуляем с вами по аллее труда в самом конце. Кто еще не узнал, Экономич, дорогущий магазин такой, ужас. И как-то раз в него зашел, дорогущий, называется Экономич.
Говорят, как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Вот они его и назвали Экономыч. Веселый папа, пьяная мама. Полно таких магазинов сейчас.
Пойдем по дворам прогуляемся. Старая голубятня стоит еще живая. Здесь мы с вами еще не гуляли. Кто-то жил здесь, наверное, пишите. Еще одна голубятня, детский садик. Что, сильно изменилось, нет? Кто уехал 20 лет назад, 30 лет назад, пишите. Тут таблички еще советские остались. Аллея труда, 56, корпус 3. Еще один детский сад.
гаражам этим уже 200 лет. Я думаю, что он снимает пленку, а потом будет подметать, что ли, мне? Когда пленку снимет. Вот такой вот райончик кому-то что-то напомнило. Хоккейная коробка, не знаю, новая или старая. Выглядит как новая. Будущие кадеты здесь учатся. 22-я школа. И дата 50. То ли городу, то ли советской власти.
Ветра вообще нет сегодня. Ну просто лепота, можно часами ходить, гулять. Баскетбольная площадка. Я думал, хоккейная коробка. Что там есть, где прошмыгнуть, нет? Есть.
Ну вот такая прогулочка у нас получилась 11 декабря. Примерно 4 часа вечера. Я зайду в амбу, за помидорчиками к черному лещу. Маринованные огурчики, помидорчики. Всем желаю хороших выходных. Скоро мы увидимся. Пока-пока. А ауха почем? Ауха 300 рублей килограмм. Не, вот эти два сишка лучше. Вешаем? Или не... А? Вешайте? Да я так вижу, что там килограмм есть. Ну, в разных местах. Ауха вообще красавица. Я от него оторваться не могу, блин. У меня есть.